со вторника. Знакомьтесь, это моя Рита. Добрый вечер, Павел Александрович. Можно просто Павел? Я намерен подписать договор именно с тобой. Но у меня условие. Ага, какое? Твоя Рита. Ты серьезно? Значит, договорились. Договорились? Аренду квартиры и твои расходы теперь оплачиваю я. Приезжать буду 2 раза в неделю. Иногда мы будем выходить вместе. Я знаю правила. Надоело еще в дерьме сидеть. Ты же мой сын. Я никогда не буду жить так, как ты. Сдачи не надо, на чай. Мне кажется, ей ему не понравилось. Почему ты должна ему понравиться? Ну, ты ведь хотел, чтобы я ему понравилась. А что с тобой? Просто простудилась. Тихо. Правда, твой отец. Пропало нечто, что принадлежит мне. Ты так говоришь, будто Рита вещь. Рита вещь. У тебя 3 дня. Наталья Рудова, Иван Житков и Дмитрий Шевченко. В фильме «Ночная фиалка». Со вторника на ТВ Рус.